Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. Всем привет, я Лёха, и сегодня я расскажу вам, как делать трюк Hang 5. Итак, для того, чтобы научиться трюк Hang 5, мы должны поставить переднюю ногу немножко на стакан. Затем выпрямить руки, так, чтобы колесо было под вами, и выпрямлять ноги. Потом вы можете попробовать Hang 5. Если у вас раз не получается поймать баланс, выполняйте вот такие движения. Выпрямляйте руки и ставите вот так вот ногу одновременно. Берете какую-нибудь скорость. Попробуйте убирать ногу. И уже совсем скоро вы сможете делать Hang 5 без ноги. А также я вам предложу выбирать два препятствия. К примеру, как вот этой и эта полоса. Так вы сможете делать Hang 5 от нее до нее и чувствовать прогрессию. С вами был Леха, всем удачи, пока. Take this, haters.